В Югре упростят выплату пособий добровольным пожарным. Правительство округа приведет соответствующие постановления в соответствии с федеральными нормами. Проект разработан для того, чтобы этим категориям граждан было проще получить выплаты во всех случаях, когда они им положены. Это может быть прекращение трудового договора, травма, ранение и другое. По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, из документов, которые должны предоставить заявители, исключат те, которые можно получить в порядке межведомственного взаимодействия.